Rounded rectangle – прямоугольник со сглаженными краями. Инструмент рисования прямоугольников со сглаженными углами. На панели Options вы можете выбрать опцию Shape Layer – слой фигуры. Фигура будет располагаться на отдельном слое. Если вы выберете Walk Path – рабочий контур, то добавится фигура, выступающая в качестве контура, который будет использоваться для выделения части изображения. Выбрав Field Region – залитая область, вы добавите фигуру непосредственно в слой.